Продолжаем выпуск. Инициатива главы государства по созданию дополнительных условий для образовательно-воспитательного процесса молодежи, обеспечению занятости представительниц прекрасной половины включает в себя целый комплекс практических мер по 5 направлениям. В соответствии с этим в структуре Национальной гвардии Республики Узбекистан проводится определенная работа. Все подробности в материале далее. В частности, в рамках мероприятий, проводимых в Алмазарском районе столицы по борьбе с преступностью, ранней профилактике правонарушений и сохранению общественного порядка, состоялись спортивные состязания в Ботаническом саду под девизом «Мощь Амира Тимура и подвиг Джалалиддина Мангберды в сердцах молодежи». Они охватили учащуюся, а также неорганизованную молодежь Алмазарского района. Благодарю организаторов этих состязаний, потому что здесь мы нашли много друзей и проверили свои интеллектуальные знания и навыки по физической подготовке. Мы тоже будем служить Родине, как военнослужащие, с которыми мы познакомились здесь. Мероприятие организовано Национальной гвардией в сотрудничестве с Республиканским центром духовности и просветительства, Управлением народного образования, Алмазарским районным советом Союза молодежи. В ходе мероприятия участники ознакомились с выставкой работ рукоделия. Здесь же учащиеся 7-9 классов из 5 общеобразовательных школ района состязались по знаниям. Они не только продемонстрировали высокую подготовку, но и вели себя достойно даже в экстремальных ситуациях. В свою очередь, военнослужащие помогли участникам соревнований выполнить сложные задания, обеспечивая правила безопасности на территории. Призовые места между собой поделили молодогвардейцы школы номер 326, номер 24, номер 28. Проведено очень интересное военно-спортивное состязание в сотрудничестве с командованием Национальной гвардии. Приятно, что благодаря мероприятию у молодежи возросли любовь к родине и уважение к идеям национальной независимости. В завершении мероприятия победители наградили памятными подарками и дипломами.